Good morning, everybody here in Ukraine. Здравствуйте, приветствую всех в Украине. My name is Peter van Sluis. Меня зовут Питер фон Слуис. I'm 30 years old. Мне 29 лет. And I'm a Dutch flower designer. Я голландский флорист. I travel around the world to promote the Dutch flowers. Я путешествую по всему миру для того, чтобы показать миру голландские цветы. And to create and to show you different techniques, styles, and how to work with all the nice flowers. А также для того, чтобы показать и рассказать вам о разных техниках оформления цветочных композиций и показать вам красоту цветов. Today I'm for the company Fides. I give you a demonstration. Сегодня я представляю компанию Cides. Они мои спонсоры на этой демонстрации. See here the sign on the walls. Это логотип компании. Those company has very special chrysanthemum varieties. Эта компания славится разными видами хризантем. So during those 1.5-2 hours demonstration, we're going to talk about chrysanthemums. На протяжении полутора или двух часов нашей демонстрации мы будем говорить о разных видах хризантемы. So what to do with it? What from small bouquets till big arrangements, from sculptures till trendy and inspiring designs. Я расскажу вам о всевозможных маленьких, больших букетах, скульптурах и разных решениях для хризантемы.